Ветеринары Одессы уверяют, повода для беспокойства нет. Это обычная профилактика. Что касается города, у нас противоэпизоотическая обстановка стабильная. Заболевания у нас уже не регистрируются третий год на территории города, но в области есть моменты укусов животных и подтверждения наличия бешенства, особенно в дикой фауне. Источником заболевания бешенства, особенно в Одесской области, является красная лисица. Ежегодно в городе прививают около 30 тысяч собак и кошек. Вакцина бесплатная, но хозяину питомца нужно выложить энную сумму за регистрацию животного и осмотр. Цена варьируется от 1 гривны. Верхний предел суммы ограничивается лишь фантазией хозяев частных ветклиник, которых в нашем городе 40. Мы работаем хорошими вакцинами, получаемые сейчас с холодильных камер. В общем, доставка тоже в холодильных камерах, так что никаких там нареканий со стороны на вакцину, именно на состав ее, на ее качество у нас нет. Нельзя вакцинировать беременных самок и животных, ослабленных паразитами или после приема антибиотиков. В остальных случаях, как правило, прививки переносятся хорошо. Все, сейчас ты будешь спать. Все, не бойся. Ну все. Можно вводить и подкожные, и внутримышечные. Вакцина не болезненная. Единственное, что может раздражать животное, это то, что она холодная, потому что она хранится в холодильнике. Охотничьим собакам, которые выезжают на природу и контактируют с дикими животными, нужно вакцинироваться от бешенства не один, а два раза в год. Елена Семинская, Сергей Чумаков, телекомпания АТВ.